Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про народний референдум. Які питання можна виносити на голосування? Детальніше про цей законопроєкт будемо сьогодні говорити разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» політолог Андрій Шуліка. Пане Андрію, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, законопроєкт про народний референдум було ухвалено. Що це означає і про що взагалі референдум? Ну, во-первых, очень важный вопрос в том, что сам по себе тема референдума, это было одним из, скажем так, это было в программе президента Украины Зеленского. Там было четко прописано в том, что первый закон, который он примет, это будет закон про референдум. И это было связано с достаточно важными вопросами, потому что на самом деле Украина жила уже несколько лет без вообще какого-то законопроекта про референдум, вообще без какого-то юридического установления. Фактически понятие референдум в нашем законодательстве не существовало. Хотя это очень важный вопрос, и понятно, что многие страны, там, если мы вспомним даже пример там, Швейцарии образно, то во многих странах понятие референдум – это основа для взаимодействия, это основа для жизнедеятельности. Многие вопросы там принимаются именно за счет референдума. И вот то, что Украина, к сожалению, жила столько лет вообще без какого-то законодательного понятия, что такое референдум и как он должен производиться, это реально достаточно большая проблема. И слава богу, хоть что-то принято. Но опять же, к этому закону есть много вопросов, потому что, к примеру, там нету вопросов по поводу местного референдума. То есть образно провести референдум на уровне города и решить какую-то городскую проблему законодательно мы не можем. И это тоже достаточно серьезный вопрос, который, ну, вызывает достаточно большие сомнения и желание, скажем так, его урегулировать, потому что на самом деле и местный референдум – это тоже очень важные вопросы, которые постоянно должны существовать, но как минимум должна возможность существовать его проведением. Скажіть, будь ласка, якщо ось говорити примітивно, що змінює цей законопроект? Як було, як стало? Ну, во-первых, он вообще вводит понятие референдума. Во-вторых, если мы вспомним в истории Украины, ну, если мы, скажем так, пропустим момент по поводу самоопределения, был только один референдум в истории Украины в 2001 году, если не ошибаюсь. Он касался изменений количества парламента, он касался, это еще Кучма инициировал. Но весь вопрос, что, понимаете, с точки зрения законодательства есть разные формы проведения референдума. И в некоторых странах, скажем так, решение, принятое на референдуме, это будет общеобязательное. А в некоторых странах это будет рекомендательное, то есть это не обязательно к исполнению, это как бы будет рекомендация. В законодательстве Украины до этого вообще не существовало такого понятия. То есть было прописано просто существование референдума, а насколько оно обязательное, ну как минимум этот закон ввел такое понятие, что решение, принятое на референдуме, будет обязательное. И это очень позитивный момент, потому что хотя бы законодательно уже прописано, потому что решения, принятые в 2001 году на референдуме, они так и не были инициированы и так и не были введены в действие. И на самом деле, опять же, это очень важный вопрос, потому что многие жители Украины в тот момент, ну, скажем так, немножко разочаровались вообще в самом понятии референдума. Потому что, к примеру, был принят вопрос о снижении количества мест в парламенте с 450 до 350. Ну, так оно и не было реализовано, и хотя бы в законодательстве уже прописан вот сам этот момент. И, как минимум, то, что важно, что прописано вообще понятие референдума, что он вообще может существовать, и он вообще может быть формой волеизъявления граждан. Скажіть, будь ласка, які питання можуть бути винесені на референдумі, от вже починаючи, як я розумію, з цього року? Ну, на самом деле, там есть 4 вопроса, которые внесено в закон. На самом деле, это очень небольшое количество. Там внесено, что могут касаться вопросы изменения территории Украины, могут касаться вопросы Конституции Украины, там нескольких разделов, могут касаться вопросы отменения законодательных актов. Но на самом деле, это очень маленький спектр вопросов. И желательно, ну, как минимум, тут не то, что его расширить, вообще желательно, чтобы, ну, законодавцы не
ограничивали вопросы референдума какими-то, ну вот этим вот перечнем вопросов, потому что на самом деле референдум, с моей точки зрения, должен касаться или может касаться очень многих вопросов. Понятно, что он не должен касаться вопросов там территориальной целостности Украины и так далее и тому подобное, но, ну, скажем так, он должен открывать достаточно широкий спектр этих же вопросов. И вот ограничивание этими несколькими вопросами на самом деле не самый позитивный момент, ну, как мінімум, з моєї точки зрення. А які предмети, питання не можуть бути предметом референдуму? Там ну, є... опять же, вот, вопроси територіальної цілісності України, вопроси, касающиеся суверенітету України, то есть они не могут выноситься референдум, то есть образно мы не можем выносить вопросы, связанные там с изменением или вступлением Украины в другое государство, к примеру, и так далее. Ну, это понятное дело, на самом деле, оно просто... И все вопросы, которые противоречат Конституции, ну, опять же, это вопросы, которые реально противоречат Конституции и не могут выноситься. До речі, ви сказали з приводу ну, попереднього питання відповідача, які можуть бути винесені на референдум питання, і от було одна з предметом всеукраїнського референдуму може бути затвердження закону про внесення деяких змін до Конституції. А які саме закони буде дозволено змінювати українцям? На самом деле, здесь вопрос, что любой, на самом деле, и спектр значительно большой, и тут больше возникает вопрос по поводу возможности его проведения, потому что с точки зрения законодательства там прописано, что для того, чтобы провести референдум или инициировать проведение референдума, необходимо около 3 миллионов подписей в 2/3 областях. Ну, то есть это образно около 100 тысяч человек в каждой области. Представить, ну, скажем так, такую инициативу и представить такой достаточно глобальный сбор подписей, ну, достаточно сложно на самом деле. Поэтому мне кажется, что, к сожалению, нынешний закон, хоть он и разрешает референдумы, он фактически, ну, скажем так, мы вряд ли переживем референдумы в скором времени. До речі, ви вже почали говорити от за процедуру проведення, якою вона буде? От, якщо ми прямо моделюємо ситуацію, от буде у нас затверджено якийсь референдум, винесено питання, як це все відбуватиметься поетапно? Да вот в этом и вопрос, потому что на самом деле, ну даже если мы обратим внимание на те же петиции и достаточно сложная форма собрания там петиции, подтверждений и так далее, то представить вот 100 тысяч голосов в каждой области Украины, это ну как минимум в 2/3 областей Украины, это на самом деле очень сложно. И технологически, конечно, вот возникают очень большие вопросы, потому что технологически проводить его очень сложно. То есть даже для того, чтобы собрать эти темы, должна быть инициативная группа. В законодательстве прописано, что эта инициативная группа должна быть не меньше 300 с чем-то человек. Ну, в общем, возникает очень много вопросов именно процедурно. И процедурно боюсь, что, ну, скажем так, его реально реализовать согласно этому закону практически невозможно. И опять же возникает вопрос по поводу местных референдумов, то есть, которые там вообще не прописаны и вообще не существуют фактически в законодательстве Украины такого понятия. Хотя на самом деле, ну, как мне кажется, здесь даже весь вопрос, надо больше говорить не столько о референдуме всеукраинском, а о местном, потому что это определенная форма волеизъявления, это определенная форма, ну, скажем так, влияние граждан на политику, это определенная форма участия граждан в политике. И вот то, что это не прописано, и то, что, ну, скажем так, как минимум возникают такие большие проблемы с проведением, ну, это не очень хорошо, и это достаточно сильно убивает вот желание граждан участвовать в этом процессе. Ну, до речі, з приводу громадян, хто має право брати участь у голосуванні? Ну, голосование по референдуму все так же, как с выборами. Те, кто имеет право участвовать в выборах, те же имеют право и участвовать в референдуме. То есть это граждане Украины, достигшие 18 лет, тут все очень просто. А як часто може проводитися референдум? Є якісь в цьому аспекті? Ні, там нету ніяких аспектів. То есть, в принципі, якщо вот эту сложную процедуру, якщо вдруг вона буде как-то обработана і буде якась система, то на самом деле вона може проходити в любое время.
Як відреагувала на проєкт у фракціях? Є, можливо, є якісь там думки з цього приводу? Тому що дійсно, як ви сказали, окрім того, що це дуже така гарна ідея затвердження законопроекту про народний референдум, виникло дуже багато запитань. Як відреагували? Ну, как мы видим, что приняло большинство, у нас монобольшинство, и оно его поддержало, но мы видели достаточно, скажем так, активную позицию некоторых оппозиционных партий. Вот, к примеру, БЮТ достаточно активно выступил против этой идеи и с достаточно большой критикой, и сразу же инициировал, ну, во всяком случае, объявил об возможности инициации референдума по некоторым вопросам. Ну, вот многие оппозиционные партии выступили против, потому что в основном, ну, главная их, скажем так, мотивация была в том, что вот то, что я говорю, закон достаточно тяжел для исполнения. То есть он, как бы, он существует, но чтобы его реализовать, это надо, ну, достаточно большие шаги и, ну, скажем так, опять же, в ближайшем будущем он вряд ли может быть реализован. Ну от дійсно розділилися думки експертів, політологи так неоднозначно говорять, і ви сьогодні підтвердили цю думку, що нібито добре, але є багато питань. А якщо от говорити от прям конкретно за ці ризики, які можуть виникнути з впровадженням, можливо, навіть у майбутньому реалізацію референдумів, які це можуть бути ризики? Ну, понимаете, я понимаю, что ну, в Украине, в современном мире, само понятие референдума очень часто вызывает такую негативную коннотацию. Понятно, что это очень сильно связано с этой полемикой там, 2014 года и Крыма. И понятно, что после этого вот сама эта идея референдума немножко, ну, скажем так, вызывает опасения у нашего населения, у граждан Украины, понятно. И это все очень понятно. Но на самом деле сама по себе процедура референдума, потому что то, что происходило в Крыму, было просто названо референдумом, там не было никакой связи с какими-то законодательными нормами. Но сама по себе процедура референдума – это очень важный этап во многих государствах. И это этап, который помогает государству взаимодействовать со своими избирателями и вообще с гражданами не только во время выборов, а и во время неизбирательного процесса. И это то, что позволяет многим гражданам, ну, скажем так, поднимать вопросы, которые их волнуют, но которые власть, может быть, не хочет замечать. Поэтому само по себе понятие референдума и введение его в законодательный процесс – это очень хорошее, скажем так, нововведение, и я очень позитивно к этому отношусь, потому что давно Украина просит вот существования подобной схемы. Но весь вопрос, опять же, вот в реализации и в системе реализации, вот то, что ее достаточно усложнили, это очень большая проблема на самом деле. А якщо от спиратися, ви неодноразово теж зазначували на закордонний досвід там інших європейських країн, як це у них відбувається, чому у них це на такому гідному рівні? Ні, ну теж з точки зрення законодавства є різні точки зрення. В деяких государствах повністю демократичних теж не существує такого поняття. А є государства, для яких референдуми – це форма життєдіяльності постійна. От я вспоминав ту же Швейцарію. Для них це нормальна процедура, притом проводятся они там несколько раз в месяц на местном уровне, они принимают решения. Вот недавно, там около года назад, очень нашумевшая в СМИ была новость по поводу того, что выносилась на референдум вопрос о том, чтобы каждому гражданину Швейцарии платили гарантированную зарплату в 2000 евро. И жители государства отказались от этой помощи, потому что они посчитали, что это будет, ну, скажем так, лишней нагрузкой на государство. Они посчитали, что им это не надо. Но на самом деле это, ну, с точки зрения украинской политики, украинской действительности кажется смешным, но на самом деле это форма волеизъявления граждан, которые говорят и которые сами могут решить, как им надо менять свое государство, в какую сторону должно меняться государство, как им распределять тот же бюджет. Образно, если мы представим завтра, ну вот если мы возьмем пример той же Швейцарии, там местный референдум, в котором будет выноситься вопрос, какую улицу
лучше ремонтировать, какой район города лучше ремонтировать. На самом деле этот вопрос, и на самом деле он волнует именно граждан. И граждане могут решать действительно, ну, насколько актуален для них этот вопрос. Потому что мы достаточно часто можем увидеть некоторые действия политиков и местных, и национальных, которые вроде бы кажутся для них важными вопросами, а для граждан, ну, скажем так, не встречают должной поддержки, потому что они считают, что в данный момент лучше перераспределять деньги или внимание в другое место. И на самом деле это очень важно с точки зрения политики. И во многих государствах это используется даже для того, чтобы хотя бы понимать вот настроение граждан. Вот, к сожалению, у нас вот этого взаимодействия в Украине фактически не существует. Оно у нас появляется только в момент выборов. То есть, если мы даже спроецируем вот ситуацию, то, что сейчас происходит там с достаточно большими митингами против тарифных сеток и так далее и тому подобное, связанные с экономическими вопросами. То есть это связано с тем, что у граждан нет другого выхода. Им надо только выходить на улицы, перекрывать дороги, проводить митинги, чтобы они были услышаны. То есть нет вот этой вот системы взаимодействия. И если вот такая система референдума вдруг создастся, и если будет постоянная модель, скажем так, взаимодействия с гражданами, ну, я только за, и граждане, я думаю, будут только за. Дякую вам за відповідь. Зараз для уточнення просто, ви сказали, якщо не помиляюсь, 3 мільйони має бути учасників, і це мають бути, от який відсоток має проголосувати там за або проти, щоб... Дві треті, ну, во-первых, всі повинні проголосувати, там 3 мільйони 200, якщо я не помиляюсь, от в таких пределах, і повинно проголосувати по територіальному признаку 2 треті від населення, територіального населення України. А якщо це будуть, наприклад, там думки розділяться, знову ж таки, 50 на 50 або інший відсоток, як от обирати? Ні, повинно бути 3 мільйони за. Це має бути лише позитивна відповідь. Да. Що ж, дякуємо вам за відповідь, дякуємо за прес-конференцію. Сьогодні говорили про законопроект про народний референдум, який Верховна Рада України ухвалила на цьому тижні. Які питання можна виносити на голосування? Яка буде процедура проведення референдуму? Сьогодні на всі наші запитання відповідав політолог Андрій Шулік. А ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей. І не перемикайте.